forward, sees the top fragger for Navi. He's been so influential already. Here comes potential two, could be three from Seize. Oh, good God, he can't be stopped. Three, he could find four, he does! Вот бэплен там стоят Моуза, два человека обороняют точку Б, Нико удается забрать Сани Красного. Крижей ловит ли тайминг Сани? Нет, Ника был к этому готов. Крижей падает, выход на монстра. Стягивается вся команда Фейс на точку Б, ему уже три человека. Керриган ошибается на бочке, Ника делает минус три, квадрокил, будет ли эйс? Эйс от Ника, в принципе, он может, но слишком пассивная игра. Это эйс от Ника, как же четко он сыграл, как круто он убил, особенно в третьем. Электрод, 4 фрагов, вот и ФРС. Viktig insats, men Get Right får inte med sig någonting där överhuvudtaget. De ner för tre spelare, Plantar på väg ner. Får med sig en A4 också på Jugi. Även en Revocation B, och det är viktigt att de kan plocka bort det här väldigt snabbt. Och Draken som åker på den här smällen gör det här till ett 2-2-läge. Och runda nu, helt plötsligt. En runda som kan gå till Optic faktiskt, om inte den här resterande sista spelaren, Forest, kan kliva in. Cajun är låg, måste få bort honom riktigt snabbt. De har sista inne, nej, båda längst inne i Potty, va? Vi står där borta. Bomben håller på att sticka ifrån Forrest just nu. Bomben inte kunna gå. Cajun plockar upp den. Пикер рунда. Это еще и Кроман по голове. Это очень опасно. И команды Херойка не могут отдать такой жанр, который сами брали в прошлой половине. Нико! Минус 3. И остается еще ультиматика. Здесь 2 хп. Ника начинает топить дальше. Это эйс для Нико. Перепутал я номер 9-0. Отправляется с первого респана мидл, там, возможно, будет произведено первое убийство, пытается там выйти Ликвид, и вот он, первый флаг, Илиша питает, не было смока, почему, Ликвид, как же так, пас, это тир! Три минуса в итоге, и вот так вот раунд уже для команды Ликвид практически заканчивается, остается только Наф и Нитро. Наф и Нитро в 2К попробуют затащить этот раунд, кстати, ковры довольно плохо принимается, но Дэн проверил с головы и забрал Нитро. Пас щелкает при этом Нафа. Команды Спейс. Так, отходит уже на Форест, отворачивается от возможной флешки. Нитро отлетает от базы, в итоге так он выбивает бомбу. Еще один хедшот против базы. Дес пойдет еще и третьим. Тоже отлетает атака, неплохая работа от бразильца. Нав действует через плент, и в итоге бомба не поставлена. Времени очень мало остается у мейджора. Он сам, и здесь никуда не уйдет атака, которая оформляет 4 минуса. 8. Конечно, без Келикса, без Коблстоуна это не те спейсы, которых мы видим. Ну и да, и... Тот самый онлайн тоже за это все знает. Серк просто расстреливает как в тире. Давай, ну и последнего давай забирай. Давай еще одного. Изи. Изи, изи. О, Серкизи. Вчера были некоторые вот вопросы к нему. Ошибаюсь, это была небольшая ошибка. Брыв от Фьера, все-таки что получается сделать. Джейкен падает. Азер тоже вместе с ним, против все-таки выйти. Нифти наконец-то снимает болтса, но Фоллин на дефолте все это делает. Мало вообще, впервые вижу, чтобы сначала ты вышел на аплен, потерял там двух тиммейтов, потерял огромное количество хп, и потом ушел назад, пытаясь разыгрывать в другом направлении. И, конечно, Фэр просто делает эйс, дорогие друзья. Большие пески, Мэджис ослеп на долю секунды, начинает выбивать, драйв Нитро. Так, у нас что-то совсем все плохо по фрагам, но все-таки Мэджис вроде как должен здесь перестрелить своего оппонента. Нап, закончились патроны. Ну, Мэджис успел перезарядиться, чтобы вы понимали, еще и Твист все-таки в конце может оформить эйс. Но он остался против Зипикса, лучшего в клатч-моментах у Астралиса, и это может быть серьезной проблемой. Твист играет на ящике, Зипикс чекает. Твист пока не может определиться, с какой стороны выйдет его оппонент. И попадает Твист, все-таки по Зипиксу немножко. Вот эйс! Эйс, эйс, друзья, на пистолетном раунде. Почему так в итоге? Ага, вот теперь мидл. А куда вы пойдете? На Б, конечно. На Б вы пойдете, да, таким образом. Только их не пустят. Но там просто так. А тогда, если вы пойдете на Б, то где как бы через темку сплит, например? Почему все вываливаются через мидл и... Отдают бомбу? И из кроссфайера как бы... Ликвид стоит вообще отдать все позиции Сани. Нужно прочекать сверху, над железным. Там находятся два игрока команды Ликвид, и нафиг прикрывает. Ника пытается поставить бомбу. Через в итоге скрывает. И вот, там еще один хэдшот, как у него это получается. Да он бомб, где Крис? Еще один минус по твисту. 4 килла уже он показал. Вот он, этот голландец, который пока что копает команду Лиг. В топинде вскоре будет Сани выходить. Но это возможность для него поубивать. Свой соперника будет действовать очень закрыто. Увидел Элижа в окне. Так пытается выйти через Хантер. Не получается. Сани уже трипл килл. Оскар! Ой, отдается таки от Нафа. Не повезло. Ну что ты сделаешь? Нет, не дочек да, у него сейчас. Ну... Погнался за фрагом, очевидно, уже было понятно, что нужно фармить. Пока тут Сани всех разбирает. Это эйс, друзья.
первый. Надеюсь, не... ждет. Своих оппонентов это Макап. Выходит Рейн, выходит Зис, получает оба по шапке. Ника вместе с Гардином. Попробует поставить бомбу на Аплэнд, но СК уже подошли к Дельфану. Здесь два человека. Также еще имеется болт на маркете. Бомба будет поставлена в ближайшее время, но расстреливает Гардина. И теперь уже только Ника Ковыч. Один против всех. Ника попробует сейчас отыграть раунд, когда бомба стоит. Разбирается Q2K. Бомба, кстати, неплохая. Догадывается про Фера на Зиге. Но тут нужно играть очень грамотно, потому что со всех сторон перекрывает Вижен. Он до сих пор воюет. Фер там промахивается, не рискует, не может выйти. Как же мансит этот Ника? Бомба, напоминаю, стоит. Фер подставляется. Ника, это 1-1. Он тащит этот раунд. Это эйс от Ника. Минус 5. 6 нет армора, нет смока. Шансов, конечно, очень мало. Керриган еще пытается сыграть здесь, да, опять же, нет армора, надо мантовать, стрелять, уже три хедшота прямо здесь и сейчас, но походу у него ничего не получится. Хотя ладно, один приезжает на стюй, такие, но время все еще идет, часики тикают, и Керриган, скорее всего, не получит свою пенсию, хотя холод, близко, но холод палится, что? Он успевает, квадрокилл, здесь приезжу и нитро. Шесть боя заходит Слипик, как же он контр выпадает здесь на шарте. Да при том, что он стоп. Молики на мэч с боя, но они его не палят. Это два молотовых, друзья, это два молотовых. И оба не работают против магического мальчика, потому что он магический не сделан. И застрелился. Ой-ой-ой-ой-ой! Серьезно? Вот это сейчас серьезно было? Твист! Как же ты хорош! Квадрокилл от него! Где-то с игрой все сделать, пускай нитро. АВП дозипится. Это реально может решить раунд, но так, находит свой килл на Глейва. Зипик тем временем вырубает Ириша, который на перетяжке работал. Бомбу подобрать, бомбу подобрать, бомбу подобрать. Находится НАП, его открытие. Самое важное сейчас, самый важный маневр. Зипик вырубает так, на размене играет НАП. Что? Зипик, 4 килла! Что ты творишь? Это два халявы травмы для Астрали. Или с другой стороны халявы, или уже получил ДПМ. О, поедет, как бы, ладно, нормально, как это сделал. Y es Astralis el campeón de esta temporada 7 de la Pro League con un 3-1 a Team Liquid. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Astralis demostrando cuál es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Le pese a quien le pese en cuanto a nivel de juego, sinergia, utilidad, team play. A truly